Унесенные ветром. Унесенные ветром мы там были, да. Стоим, ждем нашу папочку, он парковывается. Сейчас пойдем куда? Гулять по деревне пойдем, да, гулять. Гулять по деревне. Гулять по деревне. Да. Называется Агрия. А, деревня Агрия. 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 Вот. Мы, конечно, вода, конечно, теплая была, да, теплая, очень теплая. Но ветер прям нам в лицо, да. Сейчас наблюдали бы там. Да, вот у нас папочка привез вдруг совсем другую в деревню. Мы сейчас спустимся туда, прям туда, к морю. Ну, деревья, смотрю, шатаются, не знаю как, но посмотрим. Ну ладно, все. Пойдем погуляем. Мы купили вот такую халву вкусную. Это с маслом. Ладью называется, с маслом, а это со сливочным, а это с вутер, это со сливочным маслом. Это даже еще жирнее, чем вот это. Видите, ее разбирают, видите, ее разбирают больше, чем ту. Вот, мы купили попробовать, очень понравилось. Вкусная, да, сладкая. Она не сильно сладкая, хотя там, да, знаешь, да, сколько, да, сахара, много, но она не сладкая совсем, почти что. Ее очень классно кушать. Да, вкусно. Да, так. Хочете? Вот. Хочете? Пойдем сейчас дальше. Сейчас. Подождите, сдачи дадут. Пошли, сейчас она сдачу принесут. Вот мы пошли гулять, сейчас гуляем. Вот такое мясо мы будем сейчас кушать на вертеле. И еще добавка у нас какая-то будет. Вот так вот. Все, пошлите, садимся в стол. Вот сюда и вот сюда. Куда? Пойдемте. Сюда. Пойдемте сюда, да. Пойдем. Константины, Стефаласа на мама. Пойдемте к берегу моря, туда прям, на берег моря. Будете смотреть, любоваться. И вот мы опять идем в нашу таверну, где я вам показывала, где мы же недавно отмечали. Да, да, железная дорога. Вот здесь железная дорога проходит, видите? Да, 150 лет назад здесь ходил поезд. Вы, наверное, помните, я вам показывала видео, где мы кушали, когда отмечали свой маленький юбилейчик. Константин Ипунов, Эснавацис. Там, на море, где хотите, пуфелите. Иду, иду, иду. Коста, намеканешь плюпыки. Давайте, вот здесь, видите, бережок моря. Давайте сойдем сюда или туда, вон здесь. Они соединят, если что. Вот. Давайте, давайте, будем садиться. Все, вот сели мы сюда, на бережок моря, да? Смотри, какое море у нас здесь сегодня. Там, где купались, вообще было совсем другое, да? А здесь, смотри, другое все. Ну, садитесь тогда. Все, садимся, мы с ребятами садимся. Взяли ужин. Ужин, да, ужин. Ланч, ланч. Такую вкусняшку, да. Как говорится, греческий салат хурьятик, вот, деревенский наш. Хлебушек нам принесли, поджали такой, хлебушек. Поджали хлебушек. Тепленький, тепленький, да? И на, вино. Вино, да, вино, вино, вино вот такое свежее. Вот, Димитра, да. Левко краси. Есть хлеб. Пиво. А, есть хлеб у тебя, молодец. Нашим, давайте, стыньямас, красаки, кибераки, вино и пиво. За вас. За вас, за вас. Приезжайте в Грецию, да? Давай. Я. И Динус тоже все делает, я. Все, давайте, мы пьем. Вот такое вино здесь. Нет, это не нравится вкус? Не, ничего. Это завод у нас здесь недалеко находится. Картошечка, наши сувлаки, фотографии. И нам принесли опять эти самые жареные кулукифья. Здесь этот нет самый, интернета просто. Вот такие вкусные, интернета, да, Дина? Нет. Вот я тебе положу. Сейчас здесь вот интернета здесь. Давай. Нет. О, мне вкусно, но Стима. На. Набери мясушку. В море, да, в море, да, искупались. Да, да. Ветер, ветер нас обдал. Мило встретила. А ты что, не по скайпу будешь? Нет, вот сейчас мы вышли, здесь есть ресторане. Опа. Поняла. Все, давайте, мы будем кушать. Сейчас нам принесут мясо на большом вертеле. Угу. Вкусное. И будем еще вот так вот. Много? Да. Ладно вам. Давайте, ложьте салатик и будем кушать. Издевательство над желудком. Да, видно. Ладно. Вон наш пуп местный, хорошо откормленный. Видите, какой. Мяско нам принесли вот такое большое, кусками. Вот это мука. Во фритюре же этот. Много-много масла туда, блюки. Же вкусные, да? Обалденно вкусные. Динус вообще их любит, он сюда приезжает, только их заказывает. Все, да. Мы сейчас заплатим за...
нас ветер поднялся, короче, все, мы сейчас уходим, все, мы скушали, заплатили за этот самый, за таверна вся полная народу, и мы едем домой, потому что ветер, да, сильный? Все, покушали, все хорошо. Пойдем чай попьем. А, да, халву, сейчас пойдем чай пить. Вот Нелли говорит, чай хочу. Скупили халву, вот сейчас пойдем чай пить. Все, давайте, пошлите, все. Хлебьяды, кошу пуины. Все, ключи твои где? Все, мы покушали, вот смотрите, наш стол пустой, мы налопались, почти что все съели, в пакетик вот здесь сложили. Скажи, мило, вы говорили, не съедите. Да, 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 все скушали. Ветер сильный.